Сейчас Мария, мастер спорта по боксу, попытается попасть по нашим выдающимся боксерам. Они будут только защиту делать, а Маша будет их бить, пытаться. Поэтому ты бьешь с любого положения, прямые снизу сбоку, у тебя только защита, понял? Хорошо. Пожали руки. Как ты думаешь, у тебя получится попасть? Не знаю, сейчас попробуем, посмотрим. Стой на месте. Я думаю, получится. Я даю тебе минуту. Минуту даю тебе на все. Или ему. Поехали. Бокс. Только не двигайся. Раз. Два. Стоим, достаем. Корпус. Вот, хорошо. Хорошо. Один есть, да? Неплохая защита. Вот такая вот. Через корпус надо идти. Хорошо. Я летел за тем. Запрещенные удары пошли. Какие? Ниже пояса. Надо фир показать ниже пояса и в голову. Ничего возможно? Тебе нет. Не двигайся. Время! Да. Так, следующий. Подожди секунду. Что, она попала к тебе? Да, пару раз было. Откуда? Правый, левый? Правый, левый. Черканула пару раз. Хорошая защита, молодец. Уметь защищаться без рук даже. На самом деле не так много попало. Левым отойди, что ты сразу. Если я пропустили, то я, блин, я останусь без удара, без ответа. Ну чё, я такой. Не-не, он шутит. Вот ты сейчас видел, да, как Маша работает? Как думаешь, она по тебе попадет или нет? Ну, если очень хорошо постарается, то может, потому что она же накидывает, тут, ну, тяжело такого. Можно перекрыться, да, но Шара молодец. Слушай, аккуратнее. Не перекрывайся. Аккуратнее. Пожали руки, пожали. Ниже пояса не бьем. Голова, корпус. Это мне, да? Ниже пояса. Не кричимся. Поехали, время. Время. Засекли минуту? Все, пошло время. Все. Нет, руки так не выставляют, так нечестно. О, Бог! Это вам не Атаев. Атаев, а это тоже так било? Кричали? Не двигаться! Нет. Так нечестно. Пятнадцать секунд осталось. 15. Концовочка, вот. Один раз выигрыш. Нет же! Стоп. Сейчас я покажу, как надо бить. О, блин. Не фартануло, похоже. Ты его слишком тяжело. Он запрещенный прием использовал. Ну со мной-то он не будет обниматься, не будет там. Ну-ка, затеки 30 секунд. Нет! Вот, Коша! О, прибег, конечно! Все. Держи. Нормально? Нормально. Я чуть-чуть хотел тебя ударить. Ты запрещен. Не получилось. Вот он молодец, он выдержал. Можно минуту? Да. Ну и не такой. Ни разу не заключала, ни разу не сблизился. Я бы сказал, Маш, ну скажи, кто потом лучше защищался.
конечно, он. Ты что? Вообще, вне конкуренции защита. Вне конкуренции. Да. Но мне кажется, и так все видно. Но лучшая защита – это нападение. Да, да. Вот так вот. Ну, задание другое было. Ну, Атаев, конечно, лучше защищался, но этот самец умеет клинчевать, вязать. Ну, и он еще в атакующей форме хорошо работает. Но здесь он себя не показывал, конечно. Ему не дали просто возможность такой. Ты что думаешь, что она тебя тяжелее? По-любому, она и вообще с ним. Так что договорились, пока меня не было. Она прилетела, я говорю, не ожидал. Я говорю, только бах, вроде бокс, бам-бум, право прилетел. Мне было так неприятно. Потом еще смотри, Геннадий решил помочь, заступник, блин. Добили. Ты ему глаз разбил, ты видел? Хорошо. Отлично. Я рада.